Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале! Сегодня у нас 19 января 2021 год. Это день Крещения называется. Именно у славян, друзья. Солнышко уже заходит за деревья. Вот мы проходим мимо такой церковушечки и направляемся к озеру. Оно называется озеро Радунка. Находится в районе Воскресенка, город Киев. Посмотрим, как там народ пернает водичку, чтобы быть таким аж закаленным-призакаленным и как бы чтобы был в здоровом теле здоровый дух. А мы идем, под ногами снежок скрипит, ох, зимушка-зима в этом году классная. А в том году, друзья, в том году мы в это время были в городе Хургада, отель Marina Beach, и как раз 19 числа мы купались в море. То есть крещение у нас было в море. Очень круто. Наверное, надо действительно в это время ехать в теплые края. Такой очень классный контраст выходит. Ну, контраст того, что здесь, извините меня, минус такой. Минус сколько? Минус 8, да, минус бывает, да, минус 15, минус 20. Вот, а там плюсовая температура. Друзья, ну вот мы наконец-то дошли до озера. Вот это вот замечательное озеро Радунка. Что мы здесь наблюдаем? Куча народу катается с горочки. Ну, народ это, естественно, дети. А мы сейчас идем, пройдемся по этому зимнему прекрасному озерцу и посмотрим, где же здесь может быть, есть место, где можно покупаться. Ну, кто купается, естественно. Друзья, честно говоря, сколько я живу на Воскресенке, первый раз я вышел на вот это вот озерцо зимой и по нему первый раз сегодня иду. Надо загадывать желание, друзья. Так, ну мы все-таки направляемся вот в ту сторону, там, скорее всего, действительно народ окунается в луночку. И посмотрим, как все это происходит. Да, вероятнее всего, настроение у всех праздничное, замечательное и прекрасное. Тем более, солнышко светило сегодня целый день, вот там уже оно заходит за горизонт. А мы направляемся гулять по этому прекрасному озеру. Друзья, мы все ближе и ближе к интересной локации на этом озере, озеро Радунка. Вон там солнышко уже зашло за горизонт. Подходим к этому местечку. Что там? Непонятно. Возможно, там прорубь. Возможно, просто народ там тусуется. Сейчас мы это и посмотрим, друзья. Это и посмотрим. Очень-очень интересно. Да, друзья, я уже вижу, что там народ купается. Самое интересное, есть места действительно обогрева. Кто там замерз. Вот там какие-то ряд вогники. Какие-то костры. Вон народ голенький, май же. И вот, да, там народ купается. Це круто. Тоже хочется это действие сделать. Но что-то я после болезни стремаюсь это делать. Так, друзья, наконец-то мы подошли к этому замечательному месту. Смотрите, народ купается. Вот вырезали такие глыбы. Красивенько все вырезали. Сейчас мы поднимемся сюда выше, чтобы запечатлеть это место с высоты. Опа. Вот их костерчик. Кто замерз? Смотрите, как классно. Сено вообще здорово придумано. Организовано. Вот чаечек. Вот как. О, здорово. Смотрите. Классное местечко. То есть озеро Радунка.
друзья, конечно, наверное, не передать все эмоции тех, кто побывал сегодня в Луночке. Это, конечно, круто. Блин, ну, реально это нужно когда-то осуществить. Вот, на этой прекрасной ноте, друзья, мы будем заканчивать это видео. Всем, кто хочет, еще есть время окунуться в Луночку и действительно принять обряд крещения. Все, друзья, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте оставлять комментарии. И всем пока.